Всем привет! Сегодня у нас вот такое вот количество посылок, и это отчет по акциям из GearBest, то, что было накуплено по акциям из нашего канала. Сейчас мы на все посмотрим. Вот это вот все почта Азербайджана отправлялась, это бестрековая посылка, ну как бестрековая, самая дешевая бесплатная доставка. Они дают трек-номер вот такого вот вида AEL, это кто у меня спрашивал, кто переживает по этому поводу. Они доходят в Украину, я не знаю, как в Россию, в Украину они доходят в среднем за 14-16 дней. Сейчас же вот эта вот стопка, из нее две посылки шло 20 дней, остальные все шли 16 дней. И вот эта вот посылка была заказана Priority Line, это на территории Украины доставляет ее Новая Почта, она пришла за 15 дней. Давайте посмотрим, что где. И если что, пишите в комментариях, если вам что-то интересно, мы попробуем, сделаем обзор более детальный. Так, это что у нас? Micro to USB адаптер. То есть OTG, micro OTG кабель от фирмы Mixa. Вот в таком вот пакете он идет. Давайте поближе посмотрим на него. Далее, тоже легкая посылка. Здесь у нас пасты Xiaomi Mi Gia, я их скрывать не буду. Они оригинальные, уже в обзорах у меня есть, я уже не первый раз я их покупаю, поэтому... вот с этой стороны вроде можно открыть, не повредив коробку. Давайте посмотрим тогда. Обратной стороны вот не вытягивается. Ну, в общем, уже не один раз обзоры были, останавливаться на них не будем. Вот пасты для ручки Xiaomi Mi Gia первой версии. Далее браслет для Xiaomi, я не помню цену, все цены будут вот снизу написаны. Вот так вот он выглядит. Ремешок мягкий. Железная. Закрывается хорошо. Ну, по-моему, довольно-таки неплохо. Похоже, очень похоже на оригинал ремешок. Далее. Вот это вот я брал, не знаю, подойдет или нет, брал для ребенка в велосипед, хочу ему в колеса вставить, чтобы светила штучка вот такая вот. Посмотрим, добавлю видео, получится у меня нет сделать. Вот это пластик, втулочка такая пластиковая. Вот, одевается так и накручивается на ниппель велосипеда. У меня у ребенка в велобеге нету ниппеля. А как же его активировать? У ребенка нету ниппеля в... Ага. Бумажечка. Давайте посмотрим. Нету ниппеля в велобеге, но мы посмотрим, может быть, можно что-то придумать. Вот, идут они в одном лоте, две штучки, то есть на два колеса. Я два лота заказал, один еще не пришел. Да, получается, если без движения, она перестает светиться,
Видите, взяли, потрусил, она начинает светиться. И дополнительно видео я, наверное, еще сниму, либо сюда добавлю, либо отдельным сделаю видео, как я ее присобачу в велобег Крузи. У ребенка велобег Крузи, и у него там нету нимфелей, то есть нету камер, соответственно, как ее туда втулить, я не знаю. Ну, посмотрим. Возможно, как бы добавлю отдельным видео, сделаю. Отличная вещь, светит прикольно. И я думаю, давайте выключу свет, посмотрим, как ночью. Очень ярко, разные цвета светят, очень красиво. Я думаю, на велосипеде, когда он будет ехать, будет очень прикольно. Ну ладно, давайте дальше. Дальше у нас вот такой вот пакет. Он тяжелый. И здесь у нас батарейки Xiaomi. Я их беру уже не первый раз. Отличные батарейки, хорошее качество у них. Они, если сравнивать, были ранее такие батарейки Maxwell. Вот, и они полностью совпадают с теми батарейками. Я их беру. Получается, скидку не получилось на них сделать, так как их малое количество. Но, тем не менее, я решил их купить, потому что они действительно хорошие. Идут 10 штук. Мультиметром, я уже был обзор на них, я мультиметром замерял. У всех 1,63, 1,65 ватта был заряд. Поэтому сейчас мы проверим уже новым устройством. Давайте начнем с этих. На выбор возьмем. И проверим вот такой вот штукой. Все заряжены под самый 1,5 ватта, то есть под завязку отличные батарейки. Идут вот такой вот коробочки, заклеенные. Вот такой вот бумажечка маркировкой. Не рассыпались вот так. И вторая, это 3А батарейки, тоже взял комплект, тоже проверял, тоже отличные, в хозяйстве пригодятся. Взял, кстати, еще НЛУПы с Gearbest, посмотрим, придут, посмотрим на них. Все батарейки заряжены под завязку, все отлично, но в прошлый раз, в этот раз никаких проблем с ними не возникает. Пользуюсь ими, отличные батарейки. Вот, ну и последняя посылка, она пришла у нас новой почтой. Это вот такая вот штука. У меня уже есть видеообзор, где я обозревал картборд. Вот этот. Он мне очень не понравился, потому что ну, реально он стоит там, я не помню, около доллар с чем-то он стоит там, ну, около $2. Но вот сразу порвалось. Его, во-первых, трудно было собрать, никакой инструкции не было. То есть, впечатление от него у меня не очень хорошее. Поэтому я попросил представителя Gearbest сделать скидку на вот такой вот реальный видеошлем. Он стоит, регулярная цена у него около $5, там 5 с чем-то. И я попросил скидку, сделала 3,99, по-моему. Более точно будет внизу написано. Да, 3,99. И вот, лучше уже брать вот такой вот за 3,99 виртуальный шлем, попробовать, чем вот такой Google Cardboard. Ну, то есть добавить $1.50 и купить уже более-менее нормальную вещь, чем ну, ту картонную. Итак, идет у нас здесь тряпочка, инструкция. И сам уже в сборе
со всеми нужными нам штуками. Этот отгибается, получается, он несъемный, да, то есть крепление несъемное. Отогнули, вставили, вставили смартфон. Здесь у нас настройка ближе, дальше, влево, вправо, то есть на уровень глаз, видите, влево, вправо линзы выезжают. И ближе, дальше линзы можно настроить задние, то есть левый и правый глаз отдельно, то есть настроить для удобства, как должно быть, да, то есть чтобы видно было хорошо. Здесь мягкая. Лицо не было, не было жестко лицо, и настраивающиеся ремешки. В общем, я доволен. Вот. В принципе, на этом у меня все. Если вам что-то понравилось и на данный момент нет скидки, ну, на мелочевку, скорее всего, скидки еще будут. Ну, а если вы, допустим, захотите себе купить такой вот картборд, можете написать в чате нашего канала, и я попробую попросить опять скидку для вас. На этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал в Телеграме, где я публикую скидки, акции, купоны. Ставьте лайки, подписывайтесь. В общем, хорошего дня, удачных покупок и до новых встреч!